Болельщики подмосковных «Химок» незамедлительно отреагировали на объединение их команды с равенским «Сатурном». Болельщики бы поняли, если бы, допустим, мы вылетели там в первую лигу, там все-таки не такое большое финансирование. Мы не будем болеть за объединенную команду, вот именно активная часть болельщиков «Химок». И на данном этапе мы приложим все усилия, чтобы как-то, хоть как-то повлиять на эту ситуацию и не дать хотя бы развитию этой ситуации до той степени, что у нас действительно останется футбола в городе.